Приветствую вас, братья и сестры, это Евангелие в последнее время, и с вами Игорь. Уже поздно вечером, мы сегодня завершили служение благовестия и чувствовались ваши молитвы, потому что по-особенному Господь нас сегодня благословил. Хотя Господь нас всегда благословляет, и радость быть частью Его великой работы на этой земле, что есть смысл жизни, это Христос, кто единственный путь спасения, да, она всегда есть, но по-особенному тогда, когда чувствуешь, действительно, когда Церковь Божия, братья и сестры молятся, и которым не безразлично это служение. В данном случае я говорю о сегодняшнем дне, служении благовестия в городе Спокейн, штат Вашингтон. Поэтому огромное благодарение, что вы молились и молитесь просто за это служение в городах Америки и Канады в это последнее время. Поэтому это первое видео, будет еще второе видео, я более подробно объясню, что происходило. Я просто хочу сейчас рассказать одно свидетельство, и вы посмотрите очень короткое видео, а будет еще второе видео, где будет или будут больше видео, и вы сами сможете послушать и посмотреть, что происходило в городе Спокейн. Город, который очень растет, очень много из Калифорнии людей, и цены практически, ну не хочу сказать сравнялись, но очень близко, как мне сказали, подошли к ценам, которые в самом городе Сиэтле. Поэтому купить сейчас что-то здесь невозможно, но люди приезжают, я говорю, с Калифорнии, и из-за этого, в принципе, цены большие, но просто становится больше людей. А значит, и поле миссионерское тоже расширяется, да? Церкви не скажу, что здесь много славянских, но хотелось бы, чтобы они проводили служение благовестия. Не тогда, когда кто-то приедет, а то, что сказано в Писании, помня об этом, проводили это служение и также публичной проповеди. Я понимаю, что по-разному можно относиться к публичной проповеди, но я вижу, это одно из служений, которое проводили апостолы. Они шли в места скопления людей, это были разные места, и они публично, громко возвещали Евангелие. Но кто-то в Африке, кто-то в Мексике, кто-то на другом континенте или в какой-то стране, мы здесь в Америке, и расскажу пока только одно свидетельство, как сказал, во втором видео будет более полная информация, как проходило служение. И после некоторого начала, когда мы проповедовали Евангелие, и интересно, что там был на углу магазин, видно, хозяева его геи, гомосексуалисты, и они слышали, видели нас и слышали, что мы проповедовали Евангелие. И они решили повесить гейский флаг, гомосексуальную радугу, в кавычках радугу, потому что Божья радуга – это 7 цветов, это радуга, как символ завета, который говорит, что Бог больше не поразит землю, не накажет землю потопом. Это Ноев завет, символ Ноевого завета. Но у них 6 из 6 цветов. Так вот, они стали вешать. И смотрю, что слишком долго вешают этот флаг внутри магазина, но прямо на огромном стекле, открытом, что все видели. Но я сейчас ничего о себе не хочу говорить, о нас. Но, по-моему, они это делали бесплатно. Но, по-моему, они это делали специально после того, как начали слышать проповедь Евангелия. Но что-то смотрю, что-то долго мы проповедуем, вешали. Вроде повесили, отошли, флаг упал. Потом проповедуем, играем, поем. Они опять подходят, опять начинают вешать флаг. Мы проповедуем Евангелие, флаг опять упадет. То есть они внутри, то есть это магазин внутри, они вешают изнутри этот флаг на стекло. Второй раз упал. По-моему, еще в третий раз он упал. Они пришли, он упал. Больше они как бы вешать не стали. Мы проповедуем. Закончили служение. И я уже садился в машину, я увидел, что они опять повесили этот флаг. Но я не знаю, упадет он еще раз или нет. А в любом случае, когда мы закончили, только после этого они повесили флаг. Потому что во время, когда мы проповедовали Евангелие, они не могли повесить флаг. Они пытались, флаг падал.
То есть здесь, опять-таки, я ничего не хочу сказать, но Слово Господне, сила Слова, присутствие Духа Святого, оно работает, как и сила крови Иисуса Христа, я не раз об этом рассказывал. Так что вот такое свидетельство, и посмотрите еще второе видео, оно выйдет тоже скоро, и там будут больше свидетельств того, что происходило сегодня в городе Спокейн. Но скажу вам, что Бог обильно нас благословил, и это было для меня большим вдохновением. Благодарим вас за всю вашу поддержку. Слава только Богу, и да скажет народ Божий. Аминь. Шалом, браха. Это Евангелие в последнее время. И с вами Игорь. Посмотрим. Мы начнем, наверное, у Мола. Посмотрим, что происходит в парке. Или мы можем, если возможно, с вашей стороны проехать сзади. Сзади Мола. Посмотреть, что есть в парке. Хорошо? И потом мы уже сделаем. Или мы даже можем со стороны парка сделать паркинг и просто пройти к Молу. Хорошо, друзья. Шаббат шалом. Это Евангелие в последнее время. С вами Аким. Аким, я могу камеру на вас направить, чтобы вас увидели, или нежелательно? Хорошо, это Аким, мой еврейский брат во Христе, если я не ошибаюсь. Главное, во Христе. И Игорь. Мы находимся в городе Спокейн, выезжаем на служение благовестия. Вот уже мы почти подъехали. И благодарим, конечно, благодарим за вашу молитвенную поддержку, в первую очередь. Будут видео, мы обязательно выставим, вы посмотрите. Это Спокейн, штат Вашингтон, город очень растет, продолжает сюда переезжать из Калифорнии, из других мест. Я его просто не знаю, каждый раз, когда я прилетаю в Спокейн, где-то два раза в году, я просто его не знаю, ну, что-то новое, и очень много бизнесов. Ну и, в принципе, и, конечно, и поле деятельности миссионерской увеличивается. Хотя суть не в том, что там 10 тысяч человек, или одна душа неверующая. Надо и одной душе неверующей свидетельствовать. Очень много бездомных, наркомания, это бич здесь. Просто проезжали люди, как вот на Кенсингтон-Эвени, там в Филадельфии. Конечно, не в таком масштабе, но то же самое. Вот наркотики просто стоят и трясутся просто. Ну, это вот этот ужас, тем более здесь автовокзал недалеко. Хорошо, друзья. Пусть Бог благословит, и мы будем скоро начинать. Подошли на место, но вы видите, прямо перед входом в МО барабанщик. Ну, я не знаю, он у него также как бы амплифайер, и я не знаю, он проповедует Евангелие или нет. Но по музыке, которую он играет, и то, что поется, по-моему, нет. В любом случае, мы не сможем здесь стоять, что будем ему мешать. Ну, зима. Не скажу, что очень холодно сегодня. Нет, получше, чем вчера и позавчера особенно. Может быть, это та душа, которая вот здесь и будет здесь, которой нужно слово благодати сегодня. Поэтому мы здесь во имя Иисуса и будем проповедовать Евангелие во славу Господа Бога нашего Иисуса Христа. Концерт. Так что мы немножко попортим настроение, но, конечно, отойдем, чтобы ему не мешать, чтобы делать свое дело, а мы будем делать дело Божие. Америка умирает. И не потому, что это мы видим, это везде, в любом городе, в любой стране. Но то, что в церквях происходит, мы потом запишем видео, поговорим немножко. Ждем наших, я пока не могу начать, Аким. Не
немножко отошел, сейчас он придет. Закончили первую часть проповеди, идет очень благословенно, много напряжения, это духовная война, значит, что произошло, очень много лесбийских пар, вообще спокойно отличается, особенно в этом плане, мы еще раньше заметили, очень много, остановилась одна девушка и говорит: «Вы евреи, евреи?» А я говорю: «Да». Ну, она говорит: «А я про палестинка, во, представляете?» Ну, и говорит, что она, Иисус как бы был, но он умер и умер. А я говорю: «Иисус не только умер, он воскрес». Ну, в общем, такая злая. Потом начала меня Эдвардс, и пальцы показывать средние. Ну, все нормально. Я все хотел ей дать Слово Божие. Говорил: «Ну, хорошо, ты не веришь и думаешь так, как думаешь. Почитай сама, почитай сама». Но нет. Ну, я потом средний палец снял и ушла. Ну вот, нас прибавилось, люди. Слава Господу, хорошо. Be blessed. Вот. Слава Богу, и музыканты у нас сегодня. You are their descendants. But God is holy. And God cannot close his eyes when we sin. And the wages of sin, it's a debt. But the good news is that instead to punish us, God gave his only begotten Son, Jesus Christ. According to the word of God, the Lamb of God was slain, and it happened. He was slain, and he was slaughtered, and crucified on the cross. Christ paid for your sins. Come to the Lord, you ladies. Come to the Lord. Because the right is a right and sin is transgression. And the wages of sin is... Слава Богу, идет все хорошо. Лесбиянки проходили, лесбиянки напротив, орать стали. Ну просто, я же их не трогал. Просто проповедовали Евангелие. Вот так демоны, они и демоны, чтобы бесноваться, бесы, когда слышат Слово Божие. Ну, Господь силен изгонять любого беса. Поэтому молимся, не забывая о силе крови Христовой. Немножко перерыв, потому что прохладно, конечно, и я не могу вот так проповедовать час подряд. Ну, вот так где-то 10-15 минут проповедую, может быть, чуть больше. И такой перерыв. Значит, здесь у нас сборная церквей. Пилигрим Александр, Белоус пастор Украинской Баптистской Церкви. Лазовский Володя, так им пришел с их церкви.
Ну, есть у нас, да, слава Господу, нормально. Все хорошо. Даже больше, чем я думал. Слава Господу. Проповедь, слово провозглашается, и Царствие Небесное Господа распространяется. Отвержение сильное, очень сильное отвержение. Но все нормально. Вот вешаю, даже не знаю, специально. Вот видишь, что у нас гомосексуальный флаг. Лжерадуга, видите? Вот сейчас повешу. А здесь все из Украинской Баптистской Церкви. Пастор Белоус, слава Богу, они выходят уже не первый год с нами. Слава Господу. И в холод, и не в холод. А сегодня... Благослови Господь. Это песня молитва за Украину. Будем проповедовать Евангелие. Вау, проходит больше и больше людей. Отвержение сильное. Но слава Богу. Были те, кто брали, раздали много, наверное. Ну, не знаю, ну, немало, наверное. Завтра я буду с ними в служении. Господь позволит. Hi, ladies, how are you doing today? God, it's more than any gold, any diamonds I could give it to you. It's not me. It's by the Lord. It's by the way of salvation. Jesus Christ paid the price for you, my seed. And Jesus is on the way to heaven. And you can ask all to repent and believe in the gospel. Jesus te ama. Jesus te ama. Hallelujah. What about you? It's a very hard way of salvation. But please read it. Гейский, да? Сняли гейский флаг. Вы, наверное, приехали? Нет. I speak a little better.
May I give you a little tip? Так что на первое время им хорошо. Если они на 25-го года... Господи, помоги, пожалуйста, Господь, помоги, пожалуйста. Это в лесу. Но зато нам надо дешевле, чем если не город. Думаю, если не будет город сюда, то... Мы закончили служение, слава Богу, в этом городе. Я хочу попросить, просто чтобы коротко рассказали, как оно было, и мы просто помолимся и будем уже уезжать. Пожалуйста, кто-нибудь из вас хотите? Дякуем Господу за цей день, что Игорь приехал. Да слава только Богу, я не причем здесь. Третий раз мы имеем честь перед Господом служить и рассказывать про действо, что единый шлях до вечного життя, до спасения, это Иисус Христос. Аминь. И поэтому мы просто... Ми вдома займалися цим по милості Божій, тому що він посилав ці бажання. І тут ми з радістю приходимо і служимо цим служінням. І з нашої церкви теж молодці займалися, ми разом з ним вивели. Так що дякуємо Богу за цей день, що ми можемо разом з дружиною прийти послужити і з друзями нашими до цим. Як взагалі люди реагували сьогодні? Що скажете? Нормально, правда все? Слава Богу. Богу, котра взяла білет, котра чула, котра плакат, той дивилась, читала. Все равно це сім'я, яке сіється. Амінь. І воно проросте. Хай слава Богу. Благословить. Хай вас Бог благословить, що прийшли. І ви щось скажете, буквально кілька слов. Да, я хотів би сказати, що вся слава принадлежить тільки Богу, і тому ми прийшли для того, щоб завершити це служіння по славу. Амінь. Я желав би, щоб наши братья приходили и также несли служение, потому что сейчас лето благоприятное, и только сейчас можно приносить плоды для славы Божьей. Аминь. Поэтому не будем лениться, будем находить время для того, чтобы возвещать спасительное Евангелие этому погибающему миру. Слава Богу. Более, что Господь нас прислал сюда, чтобы наше служение не было тщетным. И чтобы мы ему отдавали все наши силы, потому что Господь придет и скоро заберет церковь с этой земли. Слава ему нашему Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Благодарю Господа за всех вас. Давайте мы помолимся. Отец милосердный, мы благодарны Тебе за этот день, еще один день для всех человек, своей любви и милости. И склоняемся пред Тобой и благодарим и за милость для нас, ибо Ты нас нашел, Господь. И мы радуемся, надеюсь на спасение. Благодарим Тебя за Голгоф, за кровь Твою, за слово благодать. И за то, что Ты нас благословил. Слава принадлежит только Тебе. Но Ты благословил и в этом городе, Господь, и братьями и сестрами из этого города. И имея сострадание в сердцах для погибающих человека в душе, чтобы прийти еще раз напомнить в это последнее время о пути спасения. Мы молимся за этот город и за всех людей, кто сегодня слышали. Ты видел, Господь, и знаешь, какая была реакция. Разные люди. Но Слово Твое никогда тщетно не возвращается. Мы молимся об их спасении. Даже ради одного, даже ради свидетельства. Но молимся о спасении. Господи, помилуй их и прибудь с нами, чтобы в это последнее время мы сохранили верность хотя бы в малом, хотя бы в малом. Господи, сохрани нас от всякого зла и лукавого. Благослови эти церкви, кто не принимали участие. И да, как братья говорили, Господь, вдохнови народ славянский здесь, в этой стране, все же вспомнить о Твоем великом поручении. Господи, чтобы выходили, проповедовали, потому что время завершается. Тебе да будет слава, Господь, и благодарение за этот день. И не только здесь покинь, но я знаю, что проповедь провозглашалась по всей земле. Еще раз молимся также за Украину, Господь. Помилуй ее, Господь. Тебе слава, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.